Вот мой походный, так сказать, инструмент. Чехольчик можно вешать на ремешок. Так. Пассатижи. Переворачиваем. Вот такие круглогубцы как бы. Здесь вот есть такие выемочки. Очень удобно, когда грузило навешиваешь. Очень удобно. Есть кусачки. Не знаю, видно ли. Что-то такое по мелочи перекусить. Тоже неплохо. Фонарик. Если что, для экстренного. Так, подсветить или что? Я уже его, наверное, не заряжал. Ой, даже не смотрел. Долго держится батарейки вообще. Здорово. Что у нас еще есть? Ножичек. Что-то подковырнуть или что, не знаю там. Ну, это я так понимаю. Можно банку консервную открыть. Отверочка. Еще у нас открывашка. Ну вот вроде как бы все функции. Но в основном, конечно, я пассатижами пользовался и фонариком подсветить или что. Это самые основные функции, они мне всегда нужны. Пробовал, ну, металл очень тугой, думал, сломаются, нет, выдержали. Так что металл, из которых они сами сделаны, прочный. Здесь вот деревянные накладочки, что очень удобно. Вот есть крючочек. На него можно, сейчас мы вот так раз, они вот так вот заделываются. Они небольшие, но больше-то, в принципе, и не надо. Так что вот. Вот так они собираются. Чехольчик. Все. Ну, если постоянно они требуются, нужны, то, конечно, вешаю на ремень. Удобно, просто и функционально. Кто до конца досмотрел, спасибо. Ставьте лайки, обсуждайте. Буду признателен.